19-2 по броскам в первом периоде, как все получилось? Ну, мы хотели это сделать, потому что мы знали, что они играли вчера, они играли в овертайм, поэтому потратили много сил. У нас была задача как можно больше бросать, закрывать вратаря, что получилось. У вас это третий выход в полуфинал Олимпиады. Первые два были очень тяжелые, там матч Чехии в Солт-Лейк-Сити, Канада в Турине. Сейчас получилось достаточно... наоборот, Америка в Солт-Лейк-Сити, ну, да, да. И Финляндия, это был Финляндия в Турине. Да, но это были полуфиналы. Я говорю, выход на четвертьфинал. Здесь было все достаточно легко. Нет такого чувства, как необычно все это. Очень легко все прошло. Каждая команда здесь, ну, норвежцы обыграли словаков, они не просто так попали. Словенцев. Поэтому они тоже заслужили это место. Наша была задача выйти, показать свой лучший хоккей, что мы сделали. Насколько хорошо то, что, в принципе, не так много сил было потрачено по сравнению с теми четвертьфиналами, где тебе доводилось участвовать? Да какая разница, сколько ты сил потратил. Главное, что мы добились правильного результата. И не всегда же нам на Канаду выходить в четвертьфинале. Никита Нестеров говорил, что плохо команда сыграла второй период. Сам что скажешь по этому поводу? Что, в общем-то... Ну, Никита Нестерова лучше видать. Поэтому... Я считаю, что мы можем в защите намного лучше играть. Может, надо шайбу меньше терять на дальней синей линии. Тогда будет меньше угрозы нашего ворота. Сегодня забивали все те, кто не забивал раньше на Олимпиаде. Но они сговорились. Как это? Да нет, может, ребята заслуживают забитых голов тоже. Идут на ворота, лезут. Тоже Телегин играет здорово все игры. Калинин. Поэтому молодцы. Это говорит о том, что нет деления у сборной России там, на первое, второе, третье, четвертое звено? Да у нас его и нет. Вы его делите. Удалось посмотреть чехов, которые не проиграли здесь пока? Смотрел. Мы приехали, знали, что счет 2-2, но буллиты мы уже не смотрели, потому что готовились к игре. Слышали только, у них соседняя раздевалка, поэтому они радовались. Какое впечатление? У них нет ни Ягры, ни Гашки, но как команда, кажется? Это хорошо играют, но если они заняли первое место в группе и попали в полуфинал, не просто так ничего не бывает. Поэтому очень хорошая команда, надо готовиться. Я думаю, что тренера нам покажут видео, что они делают хорошо, что плохо, и мы будем готовы к полуфиналу. И что делает вратарь на двух сериях, уже выигравший буллит? Тоже. Иностранцы сейчас терзали вопросом про флаг, там вернуть, не вернуть. Сейчас все действительно в России думают об этом. Крушельницкий, допинг. Вас эта ситуация беспокоит? Да наша задача выходить и готовиться играть в хоккей. От нас ничего не зависит. Поэтому нам главное подготовиться к пятничному матчу. А в воскресенье вечером будем говорить о флаге. Спасибо.